В прошлом году крымские пограничники привлекли к административной ответственности более 600 человек. Сотрудники ведомства в 2019 году провели более 17 тысяч проверок и 8 тысяч рейдов. Нарушителей наказывали рублем. В общей сложности крымчане выплатили более 14 миллионов рублей штрафов. Уже в наступившем году пограничники обнаружили в Керчи рыболовов, занимающихся незаконной добычей морских обитателей. В воде изъяли несколько маркированных ставных сетей длиной около 300 метров. В них запутались более десятка особей краснокнижных осетровых пород и другие ценные виды рыб. Незаконно установленные сети пограничники ликвидировали, а рыбу выпустили в естественную среду обитания, тем самым предотвратив ущерб на сотни тысяч рублей.